Всем привет, это Заебарсик. Сегодня хотел бы вам показать очень две интересные атаки моего соклана под ником Макс. Итак, в принципе, я уже показывал похожий микс, но здесь есть небольшие различия. 6 ЕТ, 5 ведьм и 12 вышибал, но здесь нет целительниц, как в прошлом видео. За место целительниц он использует две пеки. И еще есть небольшое различие, что он использует 4 тряски в заклинаниях. Итак, смотрим атаки. И вот пек он выпускает чуть-чуть с запозданием. Именно они и добивают ратушу. Но здесь можно уже чуть-чуть подускорить. И вторая атака. Но здесь будут небольшие изменения. Посмотрите, пек он больше не использует. За место этого он решил взять побольше йети и побольше синяков. Вот такие две атаки. Всем спасибо за просмотр.